В Поморье зарегистрировано 5 новых случаев коронавируса. 2 в Архангельске, а также по одному в Плесецком и Приморском районах, а в Котласском ребенок 2015 года рождения. Таким образом, общее число заболевших на 17 апреля – 39 человек. Из них 11 пациентов уже выздоровели и выписаны из больниц. Всего под медицинское наблюдение взято 3920 человек, снято с наблюдения 3675 человек и остается под наблюдением 245 человек. Добавлю, что на наличие COVID-19 в Архангельской области обследовано 7059 человек. Это северяне, вернувшиеся из-за рубежа, пациенты с характерной симптоматикой и те, кто имел контакты с заболевшими.